нас, друзья, ждет сегодня рецепт самого вкусного в мире грибного паштета. Он будет настолько ленивый, настолько неожиданный, что вы непременно захотите приготовить. Смотрим. Для начала грибы. У нас шампиньоны. Нарезаем произвольным способом, все равно потом все измельчим. Также в паштет добавим морковку. Обычная сырая морковка. Трем ее на терке, на крупной, для того, чтобы она быстрее проварилась. Солим и все отправляем на сковороду. Все, жарим. Сковорода масло с маслом тоже, да, есть. Да. Грибы по обыкновению дают очень много воды. Так что, в принципе, как только вот вода вся выпарится, грибочки готовы. Касательно шампиньонов это. Грибочки и морковь у нас потушились. Грибочки дали сок и все успело провариться. Хорошо, отправляем в блендер. А теперь, друзья, тот самый секретный ингредиент, который превратит эту массу потрясающий сливочный и очень воздушный паштет. Это сыр. Не простой, а плавленый. 2, а лучше 3 вот таких вот хороших ложки отправляем. Сыр любой. Поехали! И измельчаем. Все, ребята, паштет потрясающий. Храните в холодильнике, храните недолго, потому что, ну, нет здесь никакого консерванта. По сути, это просто жареные грибы. Думаем, пару дней простоит, а там дальше уже на свой страх и риск. Класс! Елена, ну что, один ты? Сама съем. Все съем сама, ни с кем делиться не буду. Друзья, пробуйте, это очень вкусно, очень нежно, необычно. Не бойтесь экспериментировать, и будет вам счастье.